чтобы оно было белое, там, чтобы его не видно, просто было припечатание. Но обоглавление, оно, хотя нет, должно быть видно. А, можно так. Вот так вот, если. А если вот так? Ну, если уже вручную мы идем. И добавляется на зачало. Да, и так вот раз. Зач, там, 12. Ну да, может. Вот так. Ну это я не знаю, это у нас будет время. Если мы все время посвятим этому, конечно. Может быть, мы это сможем сделать. А хорошо бы зачалом еще, чтобы было по порядку шло. А оно тут будет по порядку, по сути. А, ну да, зачало же они по порядку, ты да. По порядку строим. Да, точно. Да, да, оно по порядку будет. Да. Может иногда перескакивать через одно там, да? Ну оно будет. За, да, у нас не все же зачало будут. Да. Ну и как не все места писания, поэтому. Если еще зачало будет, это вообще ну, для священника любого. Да. Он открыл. Потому что они вообще ориентируются по зачалу только. Вот я сейчас разобщаюсь, они. А в основном а зачало только неизвестно. Это места писания. Да, это будет здорово вообще-то. Так, ну что, идем дальше? Сейчас я вынимаю эти отсыпки. А, вот у меня опять повторка попалась. Четвертый уже? Угу. Вот уже четвертый повтор обнаружили. Вот из-за того, обнаружили уже четвертый повтор. Из-за того, что распределяем по местам Писания, мы сразу видим на одно место одна и та же проповедь идет. И название, и содержание одно и то же. Ну так, вот этого я боялся. Вот, нет, а вот если бы не распределять, то это трудно определить. А вот если ты распределяешь, то у тебя ты не можешь ошибиться уже. Тут уж и Дебора помогала, и все. Да. Ну, Елена сколько там, очень много проповедей она сделала, отсекла лишних, которые повторы. Но все равно полная гарантия нет, что повторов не будет. Ну, 98% будет. То есть, вот если только сейчас уже вот мы не, по невнимательности, вот 2%. Но уже не системно это будет. Не даже с разными названиями было. Да. И то попалось. Даже с разными названиями было, и то, когда по местам писания ты проверяешь, и то ты определяешь, что это повтор. Так, несите учение Христа.